Федеральная служба судебных приставов организует работу горячей линии по работе коллекторских организаций. Специалисты ведомства будут консультировать 28 и 29 января с 2 до 5 часов дня. В прошлом году судебные приставы рассмотрели более 400 обращений жителей округа. В результате 45 организаций привлекли к ответственности. Так, благодаря работе приставов микрофинансовые компании оштрафованы на общую сумму более 600 тысяч рублей. Понесли наказание и организации, которые включены в госреестр. Размер штрафных санкций составил 1 миллион 390 тысяч рублей.